Друзья, всем привет! Волгу практически закончили. Решили покрасить дверные карты. Что мы с ними сделали? Смотрите, салон был светло-серого цвета. С черными креслами это выглядит, ну, в общем, некрасиво. Решили не заморачиваться, просто взяли и покрасили дверные карты. Вот так выглядит крашеный пластик. Обычная черная база с матовым лаком. Когда мы собрали, стало очевидно и понятно, что вот эта нижняя часть торпеды серая вообще никак здесь не гармонирует. Пришлось полностью разобрать торпеду. Заодно, раз разобрали торпеду, меняю заводские пищалки на мачете. Звучать будут они однозначно лучше. В багажнике у нас будет вот этот сабик играть. В общем, динамик стилизовали под штатные места. Перетянули, покрасили.